Марина Павловна Гребнева, доктор наук, преподаватель истории и литературы в классическом университете. А это ее дом. На его месте был другой, в котором Марина Павловна родилась. Земля и дом ей дороги, здесь прошла жизнь, умерла мама. Но пришла компания «Строительная перспектива», начала возводить многоэтажку буквально за забором. И теперь земля Марины Павловны нужна застройщику, который не знает, слова нет. С самого начала говорила, что ничего продавать я не буду. То есть это моя собственность, и я со своей собственностью вольна поступать так, как считаю нужным. Это не входило и не входит в его интересы. И вот последние два месяца он предпринимает самые активные действия для того, чтобы, ну вот, скажем, если называть вещи своими именами, то меня выжить из дома. То есть делает все для того, чтобы я стала сговорчивее и продала то, что мне принадлежит. Застройщику удалось выкупить вторую долю в доме. Она принадлежала не Марине Гребневой. Метод давления – угрозы сделать жизнь невыносимой. Например, новый собственник второй доли на своей части дома открыл окна на несколько месяцев. Как говорит Марина Павловна, это тактика вымораживания. Он мне объявил войну, и я могу это подтвердить, то есть аудиозаписи. Он сказал, вот мне не очень хотелось, но я тебе объявляю войну. И, вероятно, с его точки зрения, на войне все средства хороши. Вот одно из них – это, собственно, мое вымораживание. То есть он открывает окна, в общем, подпол, поэтому фактически температура в доме чуть, так сказать, потеплее, чем температура на улице. Состав преступления в этих действиях пока не увидели ни в прокуратуре, ни в полиции. Но есть и другие методы давления. Например, как говорит Марина Павловна, строители демонстративно ходят через ее калитку со стройматериалами. Когда на многочисленные просьбы и замечания строители не отреагировали, преподаватель-филолог вынуждена была объяснить все по-русски. Эту видеозапись застройщик грозит опубликовать. И вот неожиданно он появился во время съемок и попытался выполнить обещание. Андрей Геннадьевич, то есть вы до сих пор пытаетесь давить на человека? Да. Я на человека не давлю. Вот это средство воздействия, Андрей Геннадьевич. Я очень рад, что здесь собрались. Да? И я тоже очень рада. И камера, и все. Да? Планирую оказывать давление законными методами, то есть заселить сюда рабочих. Кто мне может препятствовать? Ну кто мне может препятствовать заселить сюда рабочих? И жизнь данной женщины станет менее комфортной. А вот еще стоит бабушка, на которую я давлю 5 лет. Ну что, она согнулась, что ли, да? Вон дочка ее стоит, миллионерша долларовая. Понимаете, улица здесь, она маленько заразная, судя по всему. Андрей Комяков, генеральный директор «Строительной перспективы», и не скрывает, что давит на жителей частных домов. На вторую половину дома Марины Павловны обещает заселить десятки строителей или десятки кошек, лишь бы сделать жизнь невыносимой и заставить отдать ему землю. В обмен предлагает передать ей в собственность долю дома. Сейчас земля принадлежит обоим на правах совместного пользования. И по словам юриста, по жилищным вопросам, во-первых, собственница имеет полное право не продавать и не обменивать свою часть земли, а во-вторых, методы давления застройщика не такие уж законный, как тот думает. Собственнику, так его назовем, сегодня безразлично, в каком состоянии это имущество будет, и есть вероятность того, что он в дальнейшем просто может вредить этому имуществу уже не посредством открытия окон каких-то, да, а каких-то конкретных действий, то есть в том числе возможность там порчи фундамента, да, и как следствие дальнейшая гибель всего дома. Я считаю, что здесь есть уже некий иной состав, не гражданско-правовой ответственности, а состав административный, уголовный, поскольку мы говорим о том, что фактически жизнь человека, который находится в этом доме, подвергается угрозе. И серьезной угрозе. Если на его условия собственница не согласится, застройщик обещает физически снести половину дома, которая ему принадлежит. И сделать это хочет по закону, уже готовится к экспертизе. Собственники считают, что это тоже метод давления. Андрей Дрейер, Алексей Фризин, «День с толком».